Skittles. Попробуй поймай такую радугу. Да, данное видео посвящено перелетной саранче. Сегодня я ее закупил специально для нашего капского варана Стэна. И в результате покупки я заметил достаточно высокую градацию цвета каждой отдельно взятой саранчи. Обычно саранча перелетная либо желтого, либо коричневатого цвета, а тут сразу такое разнообразие. Вот это вот красноватое, это темноватое, это более стандартного цвета. Вот там немного оранжевое. Этот с небольшим. Или у другой. Вот этот с небольшим отливом зеленого. В общем, достаточно разнообразные. Вот так вот они довольно свободно перемещаются в ванне. Ведут себя достаточно пассивно. Далеко забраться не могут. В крайнем случае прыгают. И перелетают с места на место. Я думаю, они будут летать по всей ванне, но этого не произошло. Вместо этого они просто пьют воду и отдыхают в более-менее влажном климате. Большую часть саранчи я оставлю на потом. А дам нашему капскому варану парочку из тех, у которых не хватает ног. Например, вот эту. Вот у нее явно не хватает ног, и она сильно выделяется. А вот эти с обеими конечностями тренируют, упражняются. Вот одноногих бандитов мы скормим Стэну, а остальные еще некоторое время поживут в специальном лоточке, который я им подготовлю уже через некоторое время. Можно увидеть, как саранча сидит друг на друге. Скорее всего, это самец и самка. Притом обычно самка внизу. Вот застеснялись, убегают. Такие пары будут образовываться в течение времени. И может даже случиться так, что друг на друге будут сидеть не две саранчи, а четыре, а то и больше. В зависимости от того, где я их буду содержать. Ладно, пока они попьют водички, а я подготовлю для них лоточек. Вот такие вот разноцветные перелетные саранчи. Только не ешьте друг друга за ноги. Вот правильно, лапы ему в морду. Ну, а я пошел готовить лоток.